С лекцией сразу на дискотеку. Несмотря на сессию, в этот день студенты отложили свои тетради и учебники. Пришли в парк, чтобы отметить праздник. Анастасия – второкурсница. Учится на врача. Говорит, задания дают даже на каникулы. Но активный отдых поможет набраться сил перед новым семестром. Я действительно очень люблю спорт, коньки. Вот, так как сейчас уже сессия закрыта и каникулы, поэтому вот нашла время и пришла. Хороводы на льду, музыкальные хиты от диджея и, конечно, танцы. Зачетка сегодня не пригодилась. Все причастные к празднику покатались бесплатно по студенческому билету. Также волонтеры подключились. Они будут кататься в разных кигуруми для того, чтобы веселить и радовать всех пришедших гостей сегодня в парк. Катаюсь я лет с 7 на коньках. Ну, просто нравится кататься, типа, тут много людей, можно, возможно, еще с кем-то познакомиться, найти новое общение. Праздник на льду прошел без происшествий, а вот о безопасности на дороге студентам напомнили сотрудники Одинцовской госавтоинспекции. Чтобы вас было видно в темное время суток. Ну и вот такие вот листовочки, как разъяснения. Студенты веселились в парке до самого вечера. Домой ушли, конечно, не с пятерками, зато с хорошим настроением. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».